Милые деревянные домики, словно из сказки, встречают гостей по давно знакомому адресу по улице Гоголя. Полсотни павильонов радуют изобилием огней и других новогодних украшений. Организаторы ярмарки и продавцы постарались сохранить цены, аналогичные прошлогодним. Доступно и красиво. Особой популярностью в эти предрождественские дни пользуются гирлянды для дома и декор для офиса. Вообще спрашивают пока украшения для дома, для офиса. Елочки еще пока что только присматривают, чем украшать. Всего в городе предновогодняя торговля развернулась в более чем 120 таких домиках. Их сегодня, кроме улицы Гоголя, можно увидеть на Куйбышево, Пушкинской и даже на самой площади, что стало определенной новинкой 2019-го. В этом году у нас особенная такая, скажем, стала площадь Ленина. Тоже добавили 12 объектов. Это на базе 10 деревянных домиков, где больше представлен ассортимент продукции общественного питания. Это, скажем так, новогодняя и рождественская ярмарка, более такая гастрономическая, где возле новогодней красавицы могут погулять семьи с детишками и приобрести какие-то сувенирные продукты, подарочки, а также и полакомиться чайком, каким-то хот-доги, блинчики, ну и другая новогодняя продукция. Гирлянды, мишура, искусственные ели, разноцветные шары, изображения символов 2020 года, симпатичных крысок. Выбрать для предновогодней ярмарки действительно есть что. Кроме большого товарного ассортимента и доступных цен, теперь выездная торговля такого формата стала своеобразной фотозоной. Сюда с удовольствием приходишь, чтобы сделать несколько красочных фотографий и тем самым начать отсчет до самых теплых семейных торжеств. Сегодня такая вот форма торговли, как деревянные домики, себя достаточно хорошо зарекомендовала, потому что это удобно не только покупателю, это красиво эстетически, но это и удобно и тому же продавцу, которому нет необходимости каждый день складывать свою продукцию, собирать палатку. Ну, это, скажем, более комфортные условия и для работника самого торговли, и для покупателя. Ну, мы сегодня видим и отзывы, и покупателей, и гостей. Это достаточно, ну, красиво, современный это формат. До праздников еще несколько недель, а это значит, что самое время начать упаковку подарков. Час чудес пробьет уже совсем скоро. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.